Вот и добралась Геометрия ТВ до места. Сегодня открывается новое заведение. Называется оно Гудзон Бар. Организаторы обещают пенную вечеринку, караоке, множество сюрпризов. Посмотрим. На предстоящее лето мы будем готовить выездные вечеринки по всем городам России. Готовим open-air также во всех городах. Будет 27 июня open-air на карьерах. Вот. Будем... От Гудзона, получается, да? Будет, да, уже от Гудзона. Вот. Будем делать также пенные вечеринки. Будем готовить самые масштабные фестивали музыкальные с огромным количеством людей, с огромным количеством разнообразной музыки. Будут обязательно привозы. Будут на лето планируем привезти сюда самую крупную организованную трап-вечеринку от АВГ. Это очень крупная трап-вечеринка, состоящая из звезд Black Star, известных очень диджеев, которые прям зажгут этот город яркими красками. То, что никто не останется равнодушным. Представляется проект «Быстрое свидание», «Speed Dancing». На вечеринке участвует определенное количество молодых людей и девушек. Они знакомятся по 5-7 минут, сидят за столиками девушки, к ней подсаживаются парни, знакомятся какое-то определенное время, 5-7 минут в основном. А потом мальчики встают по звонку ведущего, пересаживаются на следующий столик и знакомятся уже со следующей девушкой. И так происходит, пока все участники не перезнакомятся с друг другом. Также у каждого участника есть карта симпатий, в которой они отмечают какие-то свои примечания по знакомству и ставят плюсы и минусы. В конце они сдают эти карты симпатии ведущему. Если симпатии совпадают, он присылает смс с номером человека, который понравился. Вот. Так что, если вы одиноки, ищете вторую половинку, приходите каждый вторник в Гудзон. Запускаем в нашем баре караоке. Мы даже можем замахнуться на, пусть даже самое лучшее караоке в городе, потому что организация сопутствует этому, и сама аппаратура тоже помогает для этого. Также мы будем делать вечеринки караоке, скорее всего, даже будем делать турниры.